Красота и здоровье. 10 правил сохранения красоты и здоровья. Здоровье – самое ценное, что есть у человека. Поэтому хочется знать правила, которые помогут сохранить наше здоровье. Сегодня мы поговорим о том, что ученые думают по поводу нашего здоровья. Ученые проводили исследования и пришли к заключению, что 60% для сохранения здоровья и красоты зависит от вашего образа жизни. Даже не от генов и не от финансовых возможностей, от того, как вы спите, что едите, чем увлекаетесь. Первое. Если вы еще не бросили курить, бросайте. Ученые доказали, табачный дым вызывает 85% морщин на лице и укорачивает срок здоровой жизни на 15 лет. Второе. Создайте семью. Исследования показывают, что женатые мужчины живут на 3 года дольше, чем холостяки. Третье. Не ломайте своих привычек ради окружающих. Это слишком большой стресс, который укорачивает вашу жизнь. Иными словами, не приспосабливайтесь к общественному мнению, если оно вам не по душе. Сдавайте кровь. Удивительно, но факт. Мужчины-доноры в 17 раз реже страдают от сердечных приступов. Пятое. Слушайте классическую музыку. Исследователи уверены, что музыка Бетховена нормализует сердечный ритм, снижает давление и расслабляет напряженные мышцы, а произведения Моцарта улучшают работу мозга. Шестое. Навещайте родителей. По мнению экспертов, когда человек находится рядом со своей матерью, у него нормализуется повышенное давление. Седьмое. Заведите кошку или собаку. Исследования доказывают, что их владельцы реже страдают от стресса и от повышенного давления. Восьмое. Пользуйтесь будильником с мягкой мелодией. Внезапный громкий звук, вроде утреннего вопля будильника, повышает риск сердечного приступа. Ученые доказали, что наше тело воспринимает громкие звуки как сигнал опасности и реагирует соответственным выбросом адреналина, который перенапрягает сердце. Девятое. Осваивайте непривычные занятия. Многие долгожители считают, что отпраздновать сотый день рождения им помогла игра на музыкальном инструменте или изучение иностранных языков. Займитесь тем, о чем мечтали в детстве. Не говорите себе ни по какому поводу. Мне уже поздно. Я уже стар для этого. Так вы программируете себя на ускоренное старение. Десятое. Позволяйте себе маленькие слабости. Ученые считают, любимые занятия, такие как поход по магазинам, поездка в гости или чтение захватывающего детектив, не менее полезны, чем фитнес-тренировки. Они вызывают выброс эндорфинов и адреналина, гормонов, которые оказывают омолаживающее действие на все системы организма. Эти 10 правил вам помогут сохранить красоту и здоровье. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал, ставьте лайк.